На ресурсе МКРУ вышла статья такая. Юрий Шатунов расплакался при встрече с обнищавшим основателем «Ласкового мая». Певец встретился с Сергеем Кузнецовым, который дал ему путевку в жизнь. 47-летний советский и российский певец Юрий Шатунов провел трогательную встречу с композитором и поэтом, основателем группы «Ласковый май» Сергеем Кузнецовым. В 80-х Кузнецов первым заметил подростка Юрия Шатунова и сделал из него звезду, став автором всех значимых хитов группы, которые исполнял Шатунов, в том числе «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь», «Лето», «Глупые снежинки». Из группы Кузнецов ушел в 1989 году на фоне конфликта с Андреем Разиным. А сейчас 57-летний композитор, у которого обнаружили цирроз печени из-за алкоголизма, живет в Оренбурге на пенсии 8000 рублей и авторские отчисления за песни в размере 2000 рублей. Вот так дам ссылку, кому надо будет, почитает.